Исчезновение самолета Алихан всех расстраивает и больше всего Зейнеп. Все почти готовы потерять надежду на его спасение. Зейнеп думает, как она сможет жить без Алихана. Йылдыз быстро отправляется от шока, когда выясняется, что ее игра оказалась реальностью. Теперь она готова всем показать, на чьей стороне сила. Йылдыз требует от Халита, чтобы он выгнал Эндер и из своей жизни, и из компании. А Эндер тоже не сидит без дела. Она собирается отобрать у Халита и Йылдыз то, что они оба ценят больше всего на свете. Она насладится очередной, а именно 24-й серии турецкого сериала «Запретный плод» на русском языке вы сможете уже 26 ноября. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.